500, а генотых разнопалоку, а джары рыску, а дыра таракорциклы. Сосны дахтоп, а кинорежиссер Ашот Кищан. Ашот, я знаю, что ты очень занятой человек. Ты выделил один день за лето для того, чтобы посетить своих родных в родном городе Гагра. И поделил этот день напополам, то есть полдня осталось родным, а полдня ты посвятил нам. Мне очень приятно присутствовать на передаче, которая будет, эфир будет иметь на абхазском телевидении. Это очень мне приятно, поскольку Абхазия для меня это просто-напросто место, где я родился. Я родился в Абхазии. Город Гагра мой город, это мой город. Ассоциации с детства, все образы. И вообще я как личность, фундамент мой залит в Абхазии. Вот так я бы сказал. То есть поэтому дальше на этом фундаменте можно строить все, что угодно. На фундаменте, который залит в Абхазии, можно строить все, что угодно. Ну, несмотря на твою строительную терминологию, мне абсолютно понятно. Это отцовское влияние, отец у меня инженер. Абсолютно мне понятно то, о чем ты говоришь. Я абхазский армянин. Это разные два народа, но из-за того, что я ментально вырос в Абхазии, многие вещи, я фильм снимал на абхазском языке, не понимаю языка, но понимал все, что происходит. Ты чувствовал очень этот язык? Я понимал многие вещи. Так или иначе, мне ребята помогали на площадке, они знают язык и говорят, вот здесь немножко так, там немножко так, вот эти реплики криво сказаны. Но ты хорошо знаешь язык кино. В то же самое время ты хорошо чувствуешь местную ментальность. Вот это самое важное. Мы очень часто говорим о том, что в нас есть нечто вне национальности общее, да, роднящее нас без слов, без языка. Может быть, поэтому нам так близок язык кино, потому что на этом языке мы больше всего можем вот эту общность выразить. И вот и доказательством этого является твоя работа. Невероятно, дифирамбы говорите, я сейчас не знаю. Это не... Как, что мне ответить сейчас после таких слов? Разве это дифирамбы тебе, жителям Абхазии, всем тем, которые сегодня продолжают жить и сохранять вот эту вот традицию, традицию жизни, традицию общения? Для меня очень важно, что касается фактур, локации, всего происходящего, того, что говорят, тому, как говорят. Мне очень нравятся дедушки в картине. Во всех моих фильмах есть главный герой обязательно, самый молодой, 59 лет, там, самый молодой мой главный герой. Мне это очень нравится. Это, наверное, из детства. Я любил в деревне бывать, я любил вообще с дедушками, с бабушками общение, всегда это интересно. Оно несет какие-то корни. Потому что оно всегда непредсказуемое, да? Интереснее. Ответ и реакция деда или бабушки на то или иное действие человека, внука в данном случае, он гораздо непредсказуемее, потому что опыт больше. Она может неожиданно шлепнуть, потом понимаешь, за что это было. Неожиданно сказать что-то другое, потом думаешь, что он сказал, почему он это говорил. Повзрослев, понимаешь, что он имел в виду. Вот мне нравится глубина. В Абхазии есть эта глубина и в актерах, и вместе, и в воздухе, и в воде, и во всем, что у нас окружает. Абхазия сама маленькая. И жизнь маленького человека локального, она тоже вроде бы маленькая и камерная очень. И в этой капельке вот этот же старец, да, старик, о котором ты говоришь, или это же бабушка, она может увидеть космос и от лица космоса, да, оплеуху дать. И ты понимаешь, что это не просто так, что это с вершины какой-то мудрости, и это все видно в твоей картине. Я так глубоко не заглядывала, конечно, но, наверное, раз вы так Я думаю, что это так и есть, потому что картина получилась очень глубокая. Я бы сказал так, режиссер моего кино – это Данеля. А то я хочу с тобой поспорить. Все его кино, это мое. Я очень близко воспринимаю все, что он показывает. Очень понимаю, и мне нравится все, что он сказал. Когда я смотрела твой фильм, Данеля совершенно не вспоминался. Совершенно не вспоминался. Кадр на крыше с курицей и с героиней. Вот тут кустурица бы, я не знаю, он бы тебе, может быть, даже и позавидовал. Это на уровне индюка из «Времени цыган». Я вот не помню, но я знаю, что кустурица отличаем. Вот это особенность. Вот, надо посмотреть кустурицу. Я не всего посмотреть. Его видел, но он мне нравится достаточно. Но
что хочу сказать? Кустурица тот самый пример породистого режиссера. То есть его кино отличается вот в но ряде Данелия всего. Данелия кино тоже отличается. Данелия кино отличается содержанием. Да? Нет, на мой взгляд, все равно вот Кустурица... Короче говоря, одним словом, Кустурица до Данелли очень далеко. Вот так я бы сказал. На мой взгляд, мне очень гораздо ближе Данелли. Но никогда в жизни я не имел в виду, и вообще я не сторонник этого, этой позиции, что я хочу как он, хочу делать как он, и вот так надо делать. Нет. Просто мне Данелли всегда нравится. Юмор его вот этот глубокий, драматичный, там, где не смешно, там, где трагедия, но смешно внизу лежит. Либо смешно наверху, внизу трагедия. Но никогда в жизни... Не имел в виду и не старался, когда снимал свои картины, вот хочу, как он. Данелли, это как и все грузинские кинорежиссеры, ученик русской киношколы. И вот я даже, посмотрев этот фильм, и почему я больше его отношу к западным, скажем, да, традициям, по тонкости, по какой-то, по каким-то вот таким нюансам. Вот я всегда считала, что, в принципе, мы, абхазы, мы ментально все-таки европейцы. Вот Грузия, она ближе к востоку. Я вам со многими европейскими ценностями готов поспорить. Это не упрек, но это же мне не кажется, случайно, это не европейский. Не случайно же Каннский фестиваль фильм попал, да? Ну, не случайно. Европейцы что-то такое там почувствовали, увидели очень близкое, несмотря на то, что Абхазия вообще неведомый край. Вот это некая тонкость, что отличает фильмы европейцев, скажем, от фильмов того же Данелли, вот она и отличительная явилась в этой картине. Я думаю, фильм в один из короткометражных конкурсов попал не потому, что он европейский, а потому, что там обращают внимание именно на локальную, там, скажем так, породистое, в первую очередь, кино, где показаны какие-то типичные, может быть, истории, но по-другому интересно расскажены. Мне кажется, в первую очередь из-за этого, а не потому, что фильм... Очень нет, европейский. Нет, дело не в том, что он попал туда, потому что он очень европейский. Он туда попал, я думаю, потому что это один из немногих фестивалей, на которых очень тщательно смотрят на художественную сторону кинопроизведения. Там совершенно не важно массовое восприятие и так далее. А вот там ищутся люди, у которых есть вот это вот ощущение некой художественной реальности, то, что теряется сегодня, сейчас. И мне кажется, вот это заинтересовало их. Насколько я знаю, ты задействован во многих проектах, у тебя масса планов. Дай Бог, кустаки. Дай Бог, дай Бог. Вот. Но мне было бы лично было бы очень обидно, если бы в погоне за этим всем ты потерял вот это вот зерно, которое, мне кажется, прорастает из вот этого фундамента, о котором ты говорил, что есть наша родина и твоя родина, да, то есть Абхазия, и эта среда, из которой оно прорастает. Я говорю вот об этой поэтике, наверное, и, наверное, это можно назвать поэтикой, да, поэтикой, вот этот дух языком кино, не зная языка. В принципе, этот вот диалог в тюрьме, который идет на абхазском языке, для меня он был вообще лишним. Мне казалось, настолько живой пластический ряд, и актерский, и режиссерский, что это было бы понятно все без слов. Знаете, первоначальный вариант сценария, они молчали рядом. Замечательно, вот, да. Вот. Но потом я решил сделать более коммерческий. Вот этот финал с яйцами, он меня совершенно... Ну зачем же человек себя так взял и опустил до уровня? Вот. Уже шутка, уже плоская шутка пошла. Когда он вышел из тюрьмы с капюшоном, с фуражкой яиц? Да, да. А почему шутка? Это заигрывание со зрителем. Нет, почему-то, я не знаю. Мне на эту тему я готов... спорить. Например, довести до сведения, может быть, городские люди не знают, курица несет яйца вне зависимости, есть петух или нет. Это не имеет значения. Это на случай, если кто-то подумает, что между ними что-то там происходило. Нет, я не об этом говорю совершенно. Да. Если кто-то подумает, да. Ну, естественно, какая-то мысль такая. Наверное, говорить такие вещи нельзя. Вырезать будешь что-то, можно вырезать?
Это не будем вырезать, я обещаю. Да. Курица, она перестает быть курицей после того, как жена еще приносит ее в эту тюрьму, она становится образом. Курица вдруг непроизвольно, может, непроизвольно даже от вашего сознания, она стала метафорой. И потом в конце, то есть когда вы снова ее делаете курицей, скажем так, эта метафора, она исчезает. Вот, ну, вот просто смысл. Это тоже правда, смысл в этом. Любая курица, метафора, кто угодно, если она курица, она будет нести яйца. Я всегда за то, чтобы переноситься в область метафоры. У нас есть такая удивительная возможность остаться там, да, в этой метафоре. Недосказанность, да, скорее всего, недосказанность, она связана с тем, что приятно всегда остаться там, где-то вот в этой иллюзии, которую мы придумали, да, которая родилась из вот этих же ассоциаций наших, а не вернуться опять в быт. А мне кажется, мы нашли общий язык. Просто мне приятно, что есть иная транскрипция, скажем так, по-другому читают то, что написано, это интересно. Что, никто тебе не говорил вот о таком прочтении? О таком я не слышал. Ты снимаешь одно, закладываешь эту мысль, и это реально, стараешься максимально реализовать, и реализовывается, да, но потом взгляд со стороны посмотрит на это дело и увидит то, что ты никогда не увидишь изнутри. И потом, когда с ним смотришь, и ты понимаешь, что действительно здесь у меня курица, смотри, какая молодец. Вот так, это происходит именно так. Это и есть искусство. Да. Это и есть тот момент, ради чего мы, наверное, работаем, и почему нас это притягивает, эта профессия. Потому что в процессе вот этой работы мы познаем себя и мир. Оно нам помогает двигаться дальше, да? Потому что мы узнаем только после того, как мы это сделаем. А когда мы делаем, мы не знаем, что мы делаем. Мы бросаемся. Согласен ты со мной? Я согласен. Я низко кланяюсь и благодарю всех, а в первую очередь актеров. Огромное спасибо, если бы не эти лица, даже актеры, это естественно, это профессия, они профессионально сделали все как надо, но если не вот это... Опять я, вот это грубое слово считается, но я люблю это слово. Я это слово использую как положительно, как комплимент. Если не порода вот эта, этот фильм бы не получился. Мои главные герои фильмов, они взрослые люди, ровесники отца моего. Никогда в жизни за время, вот за совершенно короткий съемочный период, ни разу я не встретил конфликта, упирания, что нет, это так должно быть. Это очень неприятный момент, когда так тоже бывает, к сожалению. Бывает, а в этом фильме, конечно. Эти люди, если бы, например, они не были бы живые, я сейчас объясню, что имею в виду. Живые, имею в виду, кроме актерства, актерская – это профессия, да, ее получаешь в институтах, в университете, но кроме этого у этих людей есть жизнь, и она отпечатана на их лицах. Я актеров, мне с некоторыми знакомился, я извиняюсь, не хочу никого оскорблять, но в огороде увиделся. Человек в огороде работал. Не вы сейчас говорите о некой вот такой тонкости, которая присуща кино. Я впервые увидела наших театральных актеров киноактерами. То есть настолько явно вот этот природный человеческий код, о котором ты говоришь, что я увидел человека в огороде. Вот такого ты его не заставил играть. Это технически тоже сложно. Это только большие актеры могут взять, вот выкинуть это все и вдруг обнажить вот этот вот природный код для кино. И твоя заслуга в том, что ты смог сделать так, чтобы они это сделали, да? Я хочу еще раз поблагодарить самих актеров, потому что они... Кроме задачи режиссерской, они сами очень хотели все это делать. И масса предложений актерских вошло в фильм. Я вот общалась когда с актерами, они, вот сейчас их благодаришь, они говорили о том, что пришел человек, который четко знал, что он хочет. Это тоже очень важно. Он знал, что он делает, он знал, что он хочет. Так у него были подания, так очень говорили. Приятно. У нас люди тоже, они не с каждым человеком пойдут абсолютно. Рука об руку. Конечно. А тут было явно видно, вот этот тандем, он был виден. Было видно, что вы сработались. Вы сработались, поэтому мне, например, даже слов не нужно было. Настолько все было очень органично и слажено.
Я все-таки идеалист. Я верю в то, что можно снять кино вот с такой, ну, может быть, не такой глубокой, да, там, и не такой, и можно и поглубже, например, снимать, да. Но я сторонник мнения, что можно снимать кино глубокое, но которое принесет коммерческий успех, да, может быть, не такие многомиллионы, но что он окупится как минимум. Почему-то у меня есть такая уверенность внутренняя, что ты снимешь еще одно, а может и не одно, некоммерческое кино. Потому что «Алхаса и Джульетта» я никак не могу назвать коммерческим кино. Я надеюсь, в последнее время именно вот как раз с «Алхасом и Джульеттой» и там еще в этот год пару игровых картин снял кино, не телевизионных, а кино снял. И после этого, к сожалению, телепространство меня поглотило, не делаю. Но есть ряд проектов, кинопроектов, которые я все равно рано или поздно экранизируем, займемся, сделаем обязательно, дай бог. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты поделил свой день в Абхазии вот, наполовину родственникам, наполовину все-таки абхазскому телевидению и нашему проекту. Всего доброго. Приятно. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Мне бы очень хотелось вообще увидеть всех актеров, наших актеров, которые снимались в этой картине. Меня очень удивило то, как вы слаженно работали. Это был действительно ансамбль, нечто единое целое, и игры не было видно. Самое ценное в работе актера, вы как актер это знаете, когда не видно актера, не видно. Есть персонаж, за которым наблюдаешь, с которым интересно. И как вам это удалось? Я думаю, это, наверное, связано с режиссером. Человек очень был подготовлен, скажем, к тому, скажем, да, вот, что он хочет в этой сцене, кто, где, как. Он это все знал, и когда человек знает, он сидит в своем материале, и ты соприкасаешься с ними, и ты как актер, как персонаж, который уже как бы ты тоже изучаешь внутренне для себя, что ты должен делать. И это как бы такое хорошее соприкосновение было, как бы легко, скажем, да. И так каком-то одним дыханием мы это все делали. Я думаю, что какой-то успех, залог успеха, наверное, этого фильма в этом, наверное, заключается, когда режиссер знает, что он хочет делать, зачем он этот фильм снимает. И в беседе или когда в перерывах как-то, вот я говорил, что может быть вот это так лучше, он, конечно, соглашался, он задумывался, и потом, да, говорит, это может быть лучше. Мы это все проверяли, потому что если наши актеры снимаются в кино, скажем, поскольку у нас нет такой базы, чтобы как был Мосфильм, Ленфильм, обычно вот какой-то режиссер приедет, как-то, насколько, какие-то в эпизодах мы снимали, скажем, да, как бы заработок какой-то, скажем, да, там у нас никаких таких ролей не было. Столько лет работая в театре актером, что вот не пришлось и не приходится снять в фильме, скажем, наверное, вот это желание, что у тебя вот все это масса такое накоплена, наверное, тоже играет какую-то роль. Чисто профессионально, что вы можете сказать, вот техника работы в театре и работы в кино? В театре мы можем какую-то фразу забить, я так говорю, или какую-то мизосцену там, если шаг надо сделать, я мог бы два шага сделать. Или... А в кино это четко, он один миг тебя сняли, скажем, да? И вот это обнажение, да? Вот кино, это. Ты как бы да. Обнажен полностью. Да, после каких-то съемок, после каких-то, да. Ну, уже не, сейчас не хочешь сказать, что, скажем, вот один дубль, говорят, второй дубль. А тебе такое ощущение, что вот если бы третий или четвертый дубль сделали, я, может быть, я лучше сыграл бы. Тоже есть, остается тоже такое ощущение в кино. Там связано с техникой. Скажем, ты вот взгляд куда-то или какой-то, ты должен на каком-то градусе вот так остановиться, и в этот миг, в этот маленький промежуток времени в твоем взгляде ты должен доказать зрителю, скажем, режиссеру, что это настолько правдоподобно, чтобы уже зритель верил этому, потому что это все так... Это очень, огромная затрата. Да, и это очень так близко. Твои глаза, лицо, твой жест, твое дыхание, скажем, как даже сердце бьется, когда человек в фильме снимается, и все, вот импульс его, ну, это очень так бы. Ювелирное, точное и очень сложное.
когда мы на грани, получится или не получится, мы всегда стоим в преддверии какого-то чуда. Когда оно получается, значит, чудо случается. Актерская техника все равно присутствовала, то есть она руководила вашими эмоциями, но при этом вы были предельно искренними. Огромное вам спасибо за то, что вы пришли к нам. Я надеюсь, что у нас будет сниматься не одно кино. У нас очень много ребят приедут с дипломами режиссеров. Я надеюсь, что будут и предложения, и интересные актерские работы. Спасибо. А сейчас мы будем смотреть фильм Ашота Кещяна «Алхаз и Джульетта». Абзерас. Арабайсахара. А кто сразу и тверто баком? А хаю сикузе. Усабстазеро. Хазин ты харахто бахта хамбо. Du hast ein Hütter Haupt, Herr. Ah ja, in der Nuka ist Tandig, ein Hütter Haupt. Oh, warte, Juri. Juri, Lehrer, du bist darin. Ja, küss dir. Ora! Усузе кура, слышишь, бзон, агус ухсо. Япсуршед. Япсуршед. Ухыла гамара, а та ахысыр тану узушо. Ора, чейчика заутро, пажина пшита, жена. О! Астика фирмора. Аре гона бзен тес хосхнахан. Астика риворома. Сосоп, сосоп, тет Мадина. Уроломи хосс астик. А ей сосоп. А тет Мадина. Аришхас и хи, ищи, эй, квоищих, над нухот. А шо в радакама? Ма, по куранку, иршо, та куранку. Варя, ари, а не шатят об, юдер он. А я что? Сосед, в общем. Астик, а шапалу зыгой, варя. Вара, ари, ха, сержант, долсиштит машинала. Из банзар, я ха, хаджу, ханбан, кое... Отделение, че... Что я хамад за надпись милиция? Пусок. Эй, зеро за Алладе, да? Ага.
Ха-ха, сгула, бзиру мазадара. Вара атвера цыгану аомара. Атвера хазагюшир, нас харахас ахуэсу зарабха. Харин, цыгтуги вара. Ярадада, чахапха, хартхазам дуги чахау кхума. Селым гай. Гура. Баху басу, ру басу. Я. Чего ты сукуя, а не я айцо? Хаму шепко кя, хунам полусу не засу, рюсым дырзера. Гура. Ах, она сынех сумаром. Это си засу, бор, засу, барту, ах, клубом цитара, ко, ко. Ах, она образ фитгулом дезик сарбарым цара. Ах, асне атюза. Вара, вахат, гецулом дезвера. Ампо, шузер, цаду, рампо, лащо. Ампо, шузер, цаду, рампо, лащо. Сара стамурт хысит вас, агайт. Мамора, стамурт без хыззан. Абри, хахана хысра бзе избады. Его хузакуяра. Фиг ищит, азидзимси. Мы еще взял. Ари. Абцамата, цайх, свай, гинджа, ана, нжа, понимаете, отфилика. Азбэгэ, команда гизиги, нирцвей. Захирэй, нахтазра, аларын. Ура. اوایر خو ویورا خونتن ویزیگ باشو شافی خیم خو سر زیگیز دروی تا جاز جاز زیگر چس نیخی ورا اویناقن تو با ستادیون خو بارتو ورا اویا خست گی اوتسویز یوزم توی عرش با سرجان Сюрет Астамур Борисова. Давай, Арина, ада спрыга. Давай, давай. Сюрета, говоря без отчего, да? Ехала и выше. А? И лускает, и лускает. Все. Вообще-то, отсверям ты этот цепь. Сделал.
Похоже, у астрологи, да? Бач на бач. А че нахрен цели усырбер сервит? Мадина! Мадина! Ханижеху башу псас Мадину гума. Урасабста зара зигену шелкитва. Ужуалага на бахтахи усвой. Уа хэрал зум, хэрал зум. Урасабста зара зинзэча хусвару тухума. Барэй бамдыру сарасопи хысас. Ани абах нагана тарки. Абах? Уражит у аирху зудру, узжай хухни чажу яцкис, им чажу дейсо прахон вара. Урадыз штази ира рахта азгей вар. Дук из гала я брех вар. Убри хабла даала на гала ищи вар. Уахук смутенчина смачатыс вар. Адзаух шайтома, хрлам цицрайтома. Мадина, агазаби сара хуара бахуц. Вара уит хысу дым хысу. Сарайлар гара саштанцем. Уитып, абахтам, абахтам. Ай! Дума бэцу. Саус! Бара бхыры гэд хасапа таку, цырап 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 цырап. Бабаху! Ха, без тэта я набра, ачнышим жон байрах. Не выцелуй, бара. Почему зюхама? О, ланза! Снапалок он окрашипшусь. Я хай быхи. А? А, да, почему зюхама? Я сам шара за снапалок рапчастун. Я хай хахи. Снапал, снапал. Сергей Сарасов. Ефей, бара, ефей. Ефей. Лыска. Хора, свой. А бржит, что свой тара. Ура, сара жестянщик дак хаваси. Я угас да зустал, а? Астамар Борисипа, а жестянщики чеснейтаха, зыгя заказ курмук мы сгабхал. Сарой дебанки азго, абсчачанё, панирхит, арирхит, а купа хацу дазге. Гуэрх на хацу, а что? А купа ухама? А ей. Шаса сабду да напсыз, убрю за купа хайце, а кыта зыги джащаху сирыма. Отделение милиции ан, а гуй алхна, милиция рейнахцар, шаай бзёха жазхуцы, джирагр янныш бэхама, а гуй алхна. На сахи алхни ацазар. Нес? Васи взял айцо ма? О, убаси айцо дастамар Борисипа. А куба нынг айцо аши ихо. Снэр олома. Ва! Ва! Дя долхас бэ! Какой разгар! Чай! 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 Зел белкал! Пса! Афсала! Тава абзирас! Абзирас! Ва! Чай! Шта! Шта! Дя долхас! Ва абзила чабир! Йо! Ихаш! Шахзазги! Сарасопи хысыз. Зелым кайт. А шампалам погинас у вас Сарасопи хысыз. Юха, загудь, я долхаз. Я але, тетя Мадини, варе, и так, шеец шахма.
сара сухмарзу масти. А чаха дау жишта сара снагана сташк. Юха забудь я делхасур, а? Харама са абра, а успа халгах и пишта. Харам, между прочим, а уст сара мне в гол, пучта. А адшке зуз такуп. И вораешь пуку и ухасы. Да, дофи из твора. Дядя Алхаз, я, между прочим, провел следственный эксперимент. Опросил всех соседей. Все соседи в один голос утверждают, что в 17.40 немой со своим ружьем зашел домой. А в 17.50 прозвучал выстрел. И, между прочим, стадион видно. Только из его дома, больше ни с какого дома. Ай, Туарам Цинангмар. Ура Саратова в школу милиции у замка за Исхару Нагри Тугрызу Бхама. Ты смотри на него! Куда? Куда? Ура! Хилгауб зиги дядя Лхасаха. Ура! С кабинета ж. Уану! Капитан милиции Тома или собака лает, хочик разница, я бы пособ, хочик перебарщивание, а вот это... Асти, а чахага, а гехарадзим, дошить, сарас нага на стаж. Элкалп, и лыскать юхас. Амало, а в грозга, вора, и шхусыз. Ах, варамзга! Уара рэхва Аллах, ласим иск, узым хут зуара, уша рэхва Аллах. Хабацу! А ты пошла, я тебе покажу следственный эксперимент. Ты их мой, вора, крахавана. Уйди, вала. Аршба, заводи машину. Абра, вагал, абра. Избан, вора. Шапала, хасо. А ща гула хасо, дядя, лхасо, вора. Нас гиагула шарбар, и такая... Конвойла дороги трехом. А было чего бы обхашать, а сарис по грога дом. Вала. Ирча машина, вала. А зубчоп. Алхаз? Зерашимас, тетя Бадина. Абзерашимас. Зерашбад, зерашбад. Зерашимас. Нас? А что полом паласарта, а что хайну и гонти, юбарц таку? Ура, ожа, хабай халарцу! Ура, а ризин зай хила гэд хасоба. Да визы, капитан. Нас, я хуй хауза визы, капитан. Следственный эксперимент у гуртычма. И у тахазар аггуз хасхысвай. Я так сам у тебя дел хас. Вай, вы сеге разги у серба пиша хасас. Ага, у грозгод у тебя дел хас. Сугруго таку. Сатамус. Эх, астик, астик. Саратовское училище зеги у нарцай таха, а у ара гургарау не марзит зей. А машина у серва хатуква. Изгалай, вара. Давай домой. Давай, давай, давай. Ай-да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 й
Асти. А? А ниже хала хайсва бертаху. Да, уси алома дедалхас. А ниже кес хорстаху. А сус вас. А ниже хазатаса кес хорстаху. Асус такой. Я хозяин за сацидзимис. Ариса Аскула сацидзимис. Сила Масафу. Урасус Хосу. Ажагалый озер Сарасопи Хосес. Аси Калут Аскуяна Гульмис. Ашапулам Паласра Сахопшан. Антабзе Мухква. Шасу Занскванха. Жакала. И здорово. Вору царюма. Шугаешь. Ужран с усаженным из чумтус. Ах, вора гызмал. Вора басха удырона, убрызи гюдыра, на сааста марихона агим хазаква, яхе ужран за самтынку излучай. Старых вас. Сыпшма пёсра цхар. Лапста зарадалцы. Анча ахшара хачвит хаймди. Агулашу хаги хайба, хакшарушу хачвит гамст. Сыма сарасынахи, сачарру за смоба. Шнакарзна. И сыма за сахзазгил касачин сыпцы. Сыпста зачи спсахва, аспахвай. А у арах сухнёба. И шубу образа ноги. Араги сухая за дусти симатру в Витуске. А сварь решила солзвичься к родскому. Нас я лозу вдруг. Сан хоц саяши ги сухапайк сгана сан хоц. Ухшарагу, упистогу. Сара сама сара сэвин ги сэсэн бахту. Вороу и бзю, сатумца. Вороу саса, гысаса гулу. Мамзар, а не сыпты сарас зил гадзу. Мадин ломаш. Мамо, Джулета лу. Джулхас, там то уж тет, ну тет, цару бы что. Шала. Вас зидели, и ух дивара. Лаврит, если хочу, ворозун лаврит. Мы! Вора ричажому, а? Искиги сячу, а хан джаки пядзацу. Вора астника при Саратову хохтаз зель дурцетаха, а ва рзудюсе узымцей дваха. Вора! Дядя Алхас, ащу суркома? Ярка, ярка. Все. Харсама, амала хипсесу, а барабаш пало, а ну кайла. Харсама, мы ну кайбзеру пиво. А. Ай-ай. Ухаз гит алхас. Ари умбой, а кваса пакисто хуб алхас. Ага. Ай, сукна хит вора уяпта. Ансфит, асфит, это цендрета саньямуйта, сухсху загяцкит. Аха, акшим шспит аха ваха ямуй. Ишпа? Барасухта казанца зай. А, ухта. Арах язгий. Издру дарейха агумджахипского. О, джолета. Thank you.
Далхас, все, ума тут поедет, гу, все. Ухлопай там. Астамур! Астамур! Арвайра! Ухлопай сад. Схлопал? Ай, ухлопай, ухлопай. Что за кутя делал, риса хасту было? Я бы хотел охлопа хоузу. А джибарку хасиропу я сухо так епшил, там я говорю, скупку. А если как сараху мтхан арш бы был на ней, фарджанку дюхет, охлопа девушка. Арш бы! Давай, Ри, они отгибли.